Пикап Lexus 2025 года выпуска официально не выпущен, поэтому подробная информация о его внешнем виде, интерьере, характеристиках, бампере и цене ограничена. Однако вот общее представление о том, чего ожидать, основываясь на языке дизайна Lexus и тенденциях. Экстерьер пикапа Lexus 2025 года, скорее всего, будет отличаться современным изысканным дизайном с агрессивными линиями и смелой решеткой радиатора, что соответствует текущему стилю Lexus. Ожидайте высококачественной сборки с использованием материалов премиум-класса. Вот это представление. Технические характеристики еще не подтверждены, но пикап, скорее всего, будет оснащен рядом мощных двигателей, включая, возможно, гибридный или электрический вариант, учитывая переход отрасли к более экологичным вариантам. Цены будут варьироваться в зависимости от комплектации и дополнительных опций. Как правило, такой роскошный пикап, как Alexis, будет продаваться на более высоком сегменте рынка, вероятно, начиная с середины нулевых $40 и далее вверх. Займись интерьером. Салон должен быть роскошным, с использованием высококачественных материалов, передовых технологий и акцентом на комфорт. Он может включать в себя большой информационно-развлекательный экран, аудиосистему премиум-класса и расширенные функции помощи водителю. Бампер. Бамперы, вероятно, будут иметь надежную конструкцию, подходящую для бездорожья, с использованием высококачественных материалов для обеспечения долговечности и защиты.